Минск готовится к большому музыкальному событию. До детского Евровидения остался месяц. Конкурс ждут не только в Беларуси, но и как минимум еще в 20 странах-участницах нынешнего года. Совсем скоро главная площадка музыкального фестиваля «Минск-арена» станет домом не только для технической команды, но и для участников международного песенного форума. 5 ноября начинается сборка сцены. Кто первыми начнут ее осваивать и будут вести конкурс, стало известно буквально сегодня на первой имиджевой фотосессии. Эксклюзивное интервью и кадры без ретуши. Команда ведущих детского Евровидения в репортаже Нины Мажейко. Welcome to the Junior Eurovision Song Contest 2018 in Minsk, Belarus. Более сотни заявок, тысячи строк заученного текста и два отборочных этапа. Кастинг ведущих детского Евровидения вызвал настоящий резонанс. Не только в профессиональных кругах. Главное условие – это свободное владение английским и, конечно, опыт работы. Не только перед публикой, но и перед объективом. На меня? Проверку вспышками устроил профессиональный фотограф. Первая имиджевая фотосессия в новом статусе. Модные неоны, коридоры и светодиодов. Концепция фотосессии полностью соответствует слогану этого года «Зажигай». Профессиональная работа с фотографом станет первым резюме ведущих, ведь самые удачные кадры отправят на официальный сайт Евровидения. Так кто же они? Мы готовы познакомить вас с теми, кто в представлении не нуждается. Евгений Перлин – обладатель бархатистого баритона. Его голос вы точно слышали, когда смотрели Евровидение. И, конечно, видели в проектах Белтелевизионной радиокомпании. Это он – возмутитель вечернего прайм-тайм спокойствия и первопроходец в жанре лейт-найт-шоу на белорусском телевидении. Евровидение, детское, взрослое – это тот проект, где я максимально настоящий. Единственное то, над чем я работаю, это подтягиваю уровень английского до именно такого сленгового, правильного, чтобы он был не школьным и не слишком официальным. Все готовятся к тому, что это будет интеллигентно, со вкусом. И учитывая, что конкурс детский, еще и с таким взрывом. Елена Мираи прочувствовала на себе взгляды миллионов телезрителей. В прошлом году сама была делегатом на детском Евровидении. А в этом будет блистать и блестеть. В прямом смысле этого слова – на родной сцене. В прошлом году был слоган Евровидения «Shine Bright», в этом году «Light Up». Я до сих пор сияю. Сиять Елена будет не только на сцене, но и в софитах гринрума. Эту локацию выделили отдельно в проекте сцены детского Евровидения. Место, где соберут делегации во время шоу, буквально парит над звездным небом. Компанию Елене и Евгению составит молодая, но очень перспективная певица Зена. Девушка не один раз штурмовала национальный отбор на конкурс, участвовала в популярных телешоу, а самое главное, добилась успеха и признания. Сегодня она сотрудничает с композитором Виктором Дробушем, живет и учится в Москве. Во-первых, я очень сильно обрадовалась и поняла, что срочно надо нормально подтягивать свой английский, потому что я, в принципе, могла на нем спокойно разговаривать, но надо это делать красиво, громко, четко, а я так по-американски, йоу-йоу-йоу-йоу. Вот, ну, в общем, я счастлива, что я смогу вести такое крупное мероприятие, тем более в Белоруссии, в родной стране. Вот я очень скучаю по Минску. Но если вы подумали, что ведущих трое, вы ошиблись. На самом деле их пять. В лучших традициях этого конкурса основному шоу и генеральному прогону предшествует Евронеделя. Ее откроет вот эта парочка ведущих – Денис Дудинский и Анна Квилория. Доброе утро. Сегодня мы приехали в салон, в котором обещают, что соберут меня на работу в 4 руки за 20 минут. Эти люди знают, как правильно бодрить всю страну и подбадривать. Этот навык особенно пригодится 19 ноября в Белэкспо. Именно в этот день пройдет торжественная церемония открытия с красной дорожкой, международной прессой и жеребьевкой. Мы должны встречать на красной дорожке делегации. Это 20 стран. Это разные культуры, это разные языки, это разный возраст абсолютно.
Это разный уровень владения английским языком. Мы должны сделать так, создать такую атмосферу, чтобы каждый участник, каждый ребенок почувствовал себя значимым, почувствовал себя желанным, и чтобы он точно знал, что вот в этой стране меня ждали. Церемонию планируют вывести в прямой эфир на большой экран. Сейчас техническая команда детского Евровидения ведет подготовку по всем направлениям. Самый важный этап – сборка сцены и монтаж декораций – стартует уже 5 ноября. Все, стоп, снято. Всем спасибо. Нина Мажейко и Алексей Правдиков, агентство теленовостей.